Приближается самый нежный и красивый праздник в году – Международный женский день. В России его отмечают с особой теплотой. Он всегда наполнен радостью, подарками, цветами и, конечно, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, сестрам и коллегам прекрасного пола. Ведь женщины дают нам жизнь, всегда согревая свою любовью, поддержкой и заботой. Поэтому к 8 марта мужчины готовятся с особой ответственностью, заранее, чтобы ничего не забыть, а главное, стремятся сделать этот весенний праздник запоминающимся и ярким. Наша съемочная группа подготовила репортаж, в котором мы расскажем немного об истории Международного женского дня и о современном восприятии этого праздника, ну и, конечно, о самых ярких представительницах прекрасной половины человечества. Сегодня 8 марта окутано флером романтичности и женственности. Однако же начиналось все более прозаично с Клары Цеткин, женщины, которая вошла в мировую историю как вдохновительница и основательница Международного женского дня. Приурочен он был к годовщине демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857 года. По идее Клары Цеткин, это был чисто политический жест, направленный на установление равноправия мужчин и женщин. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить Международный женский день именно 8 марта. Не углубляясь в историю, мы решили выяснить, какие настроения владеют нынешним поколением женщин, о чем они мечтают и чего ждут от своих мужчин в день 8 марта. Позитива, новые яркие впечатления, встречи, стол, дети придут, встретимся, поговорим. Веселье, настроение хорошего. Мне кажется, когда человек ощущает себя счастливым, у него каждый день праздник. Поздравлений, хорошей погоды, да и всего хорошего. Судя по нашему опросу, умами жительниц областной столицы владеют вовсе не политические страсти и не стремление к эмансипации. Сегодня они скорее хотят благополучия для своих семей, заслуженного внимания и поддержки со стороны своих вторых половин, которые, к слову, готовы ответить взаимностью. Женщина – это все святое для нас. Она как бабушка учила. Без женщины нет мира на этой земле. С праздником, желаю вам терпения, просто доброты, здоровья. Конечно, портреты современных женщин многообразны. Среди них можно встретить женщин-лидеров, бизнес-вумен, женщин-политиков и женщин-руководителей государственных структур. А можно увидеть женщин творческих профессий, например, актрис или художниц, или просто домохозяек. Однако большинство из них объединяет такой прекрасный и, пожалуй, самый святой на земле статус, как женщина-мать. На них лежит особая ответственность – воспитание достойных членов нашего общества из тех, кому они подарили жизнь. Вот что об этом нам рассказала мама шестерых детей Екатерина Молчанова. На первом месте. Вместе, значит, мы всегда ориентируемся от того, чтобы было хорошо всем в семье. Воспитываем детей в духе, наверное, православной веры. То есть, что бы ни случилось, мы все через призму православия пропускаем. То есть, если какой-то конфликт, то кто не прав, почему? Какие ошибки, всегда беседуем с детьми, всегда все рассказываем. Конечно, в такой большой семье у женщин хлопот хоть отбавляй. Но Екатерина находит время и для общественной деятельности. С недавних пор она помощник уполномоченного по правам ребенка в Тверской области и ответственный секретарь Тверского отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Ассоциация нацелена на развитие семейных ценностей, приоритетов семьи. И мы это должны доносить до родителей. То есть какие-то конкурсы проводим. Сейчас уже стали сотрудничать с Министерством образования. Но конкурсы, они направлены все на работу именно внутри семьи, родителей и детей. Кроме того, общественная организация оказывает помощь родителям, которые обращаются за поддержкой. Как рассказывает Екатерина, когда кто-то обращается за советом, то она в первую очередь всегда старается самой себе ответить на поставленный ей вопрос. А как бы поступила в этом случае я? Накопленный Екатериной опыт трудно переоценить, и она охотно делится им со всеми, кто в этом нуждается, а таких, как выяснилось, немало. График каждого дня Екатерины расписан по минутам. Она всегда занята семьей и общественной работой. Поэтому наша съемочная группа совместно с партнерами канала решила сделать Екатерине такой подарок на 8 марта, чтобы она одновременно могла отдохнуть и побыть со своими детьми. Ресторан быстрого питания Chicken House пригласил семью Екатерины в одно из своих кафе. Специально для семьи Молчановых провели эксклюзивную экскурсию на кухню ресторана, где показали и рассказали обо всех тонкостях приготовления разных блюд. Уже 17 лет на Тверском рынке работает сеть ресторанов Chicken House. Уникальный бренд, рожденный в Твери, известен и далеко за ее пределами. В каждом ресторане есть овощной, холодный, мясной и горячий цеха. В меню более 60 номинаций.
компании блюд, которые готовятся исключительно под заказ. Екатерина любит готовить, но чтобы это не стало обременительной рутинной обязанностью, а превратилось в увлекательный творческий процесс, ей был подарен большой набор самых разных продуктов высокого качества от компании «Знаток». Компания «Знаток» вручает вам консервации, варенье, паштеты и другая продукция. Смело пробуйте новые рецепты и готовьте вкусную еду для своей семьи. Руководитель компании «Знаток» поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны. С праздником вас, милые дамы. Ну и, конечно, как можно говорить о полноценном детском рационе без вкусной и качественной молочной продукции? Именно ставка на качество – главный принцип компании «ЗАО «Калининская», производящей молоко, кефир, сметану, йогурты, творог и сливки. От этого производителя многодетной семье был подарен сертификат на приобретение любых продуктов известного тверского бренда. Однако, как говорится, не хлебом единым жив человек. Каждая хозяйка мечтает создать в своем доме атмосферу комфорта, уюта и любви. В такой дом всегда будут спешить вернуться родные и близкие. С большим удовольствием будут приходить в гости друзья. Для создания уюта и комфорта в доме необходимо знать о маленьких хитростях и тонкостях по оформлению интерьера, его элементов. В преддверии праздника магазин «Тверской текстиль» специально для семьи Молчановых разработал и пошил комплект тюля для оформления детской комнаты в их доме. От фирмы «Тверской текстиль» поздравляю вас, дорогие дамы, с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В этот день от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни. Екатерина, как и большинство опрошенных нами в преддверии праздника тверичанок, считает, что слагаемым и счастье любой семьи можно считать мир и благополучие в доме, взаимопонимание с близкими и, конечно же, здоровье всех членов семьи, особенно детей. В самом деле, что может быть важнее? Тем более, что сегодня в наш цифровой век многократно возросла нагрузка, например, на зрение. Основное богатство человека – это, конечно, его здоровье. И беречь его нужно с детства. Сейчас школьники и дети постоянно пользуются телефонами, различными гаджетами. Поэтому зрение необходимо всегда проверять. И для этого наши партнеры клиника современной офтальмологии «Взгляд» подготовила сертификат на консультацию у специалистов. Руководитель клиники современной офтальмологии «Взгляд» пожелала всем женщинам всегда оставаться очаровательными, любимыми и, конечно, здоровыми. Дорогие женщины, коллектив клиники современной офтальмологии поздравляет вас с весенним праздником. Желаем вам счастья, здоровья, любви, прекрасного весеннего настроения и всегда смотреть на мир здоровыми глазами. В канун 8 марта женщины с особой тщательностью следят за своим внешним видом, и тема красоты и здоровья здесь всегда выходит на первый план. Представители медицины подтверждают, что цветущий внешний вид и хорошее здоровье – это неразрывные звенья одной цепи, и об этом необходимо помнить всем и всегда. Екатерина, хочется пожелать вам, чтобы вы не забывали и о своем здоровье. Поэтому клиника Пирогова подготовила для вас сертификат на посещение врачей по выбору. Главный врач больницы Пирогова не только тепло поздравил женщин с наступающим праздником, но и выразил готовность оказать профессиональную помощь всем, у кого в ней возникнет необходимость. Дорогие женщины, все сотрудники больницы Пирогова поздравляют вас с прекрасным праздником 8 марта, желают вам здоровья, красоты, и мы вам готовы в этом помочь. Семейство Молчановых ведет активный образ жизни, спорт, совместные походы в кино, поездки на природу – все это их стиль жизни. Особенно нравится путешествовать юным членам семьи. У них есть для этого семейный автомобиль, но ребята мечтают со временем приобрести и свой транспорт, чтобы самостоятельно выбирать маршруты для поездок. Однако вначале им, разумеется, предстоит освоить водительское мастерство. И в этом им тоже помогли в преддверии Международного женского дня. У вас много возможных будущих водителей или же автоледи, поэтому в преддверии праздника учебный комбинат дарит вам сертификат на прохождение и обучение на водительские права. Свои поздравления и будущим участникам дорожного движения и всем прекрасным дамам передала директор учебного комбината. Государственный учебный комбинат на Дурмановском поздравляет прекрасную половину Твери с 8 марта, с Международным женским днем. Желаем весны, солнышко, оставаться такими же прекрасными, здоровыми, счастливыми. Приглашаем вас
обучиться в нашей автошколе со скидкой 20%. Ну и разумеется, какой женский праздник может обойтись без цветов? Ведь цветы — это, как говорил Жюль Верн, улыбка солнца, которая дарит радость. И, конечно, в честь праздника наш партнер, компания «Орхидея», подготовила для вас цветы. Будьте такой же прекрасный и сияющий, как и эти тюльпаны. Спасибо вам большое за такой неожиданный подарок. Мы не думали, что будет так здорово. Дети в восторге, нам очень понравилось. Старшая дочь Екатерина, Елизавета, считает маму примером для подражания. И, глядя на своих братьев и сестер, в будущем тоже хочет создать большую и крепкую семью, как ее родители. Я не знаю, как моя жизнь здесь сложится в будущем, но, конечно, я хочу большую крепкую семью. Потому что вот за свои 17 лет я поняла, что семья – это важно, семья – это опора. И действительно, те семьи, в которых царят любовь и понимание, поддержка друг друга в любых жизненных ситуациях, где чтут семейные ценности и традиции, такие семьи – лучшая опора в жизни любого человека.